Всем доброго времени суток. Сегодня хочу сделать шашлычки из куриных сердечек и из куриной печени. Сердечки я все хорошенечко промыла, отрезала вот здесь, как трубочки были, пленочки все убрала. И кровь тоже все убрала, то есть сердечки полностью готовы, чистенькие. А для маринада возьму, сделаю медово-горчичный маринад, мед, любой какой вам нравится, аджичка. Здесь какая-то тифлисская, она солененькая тоже, поэтому соль добавлять не буду. И горчица обычная. А куриную печень сделаю вообще очень просто. То есть только соль и майонез для маринада. Сердечек у меня здесь было 0,5 кило, но с учетом того, что обрезала, все лишнее осталось, грамм 400 примерно. И для маринада положила всего по чайной ложечке. То есть аджика, горчица и мед. Ну и печень просто подсолила и пару чайных ложек майонеза. Сейчас все хорошенько перемешиваем. И на пару часиков отправляем в холодильник помариноваться. Все помариновалось. И сердечки, и печень я надела вот на такие бамбуковые палочки. И буду запекать на гриле. Первыми у меня пойдут печеночные шашлычки, потому что сердечки более острые, и чтобы острота потом не передалась на печеночку. Первые шашлычки уже готовы. Сделала надрез. Печень полностью протеклась. И теперь отправляем на гриль наши сердечки. Они жарятся тоже недолго, буквально минут 5-7, в зависимости от размера ваших сердечек. Сердечки уже тоже подошли и поджарились, и остались сочные, потому что вон сок прямо из них идет. Все, выкладываем. Вот все и готово. Аромат стоит обалденный. И одни получились шашлычки острые сердечки, а печень такая нейтральная. То есть абсолютно не острая, просто подсоленая. Ну и сегодня с цветной капусткой. По-корейски а-ля сделан. А я желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения. Заходите в гости.